Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Превосходно, говорят мне тут. Так, специальный офер. Не надо мне никаких оферов. Так, защитная арматура, колесный ускоритель. Да и бесплатный сундук. Зимние шины, ускоритель дым. Прекрасно. Так, забираем здесь сундук. Усиленная турбо. Вау, топливный ускоритель. Дикий стояк начал поиск соответствия. Это когда ты начал? Это когда ты начал делать поиск соответствия? Я не знаю, ребят. А чё? А, у наших просто когда. Когда они даже проигрывают, они все равно радуются. Я понял, друзья. Ну что, новый сезон. Так, надо будет сказать Рэй, чтобы повысил кого-нибудь прива. Ну, дикий стояк, вот зачем, ребят. Ага. Ну что, ребят, я готов. Готов сегодня получить 3000 кубков. И начнем мы с мистического кубка. Единственное, что мне нужно сделать, это поменять вид. О, давай вот так вот оставим. Давно не было у нас такой барышни. Красотки такой не было давно. Мулаточка, да, скажем так. Да еще и фате. Так, бейкерок. На монетном, ребята, ускорители. Обосрался, байкер вшивый. Ребят, я в шоке сам от себя. Мне это слово вшивый. Показываю, я же без камеры снимаю. Короче, поперек горла уже стоит, понимаешь? Это именно вот это слово. Не блохастый, никакой вшивый, блин. Хотя хрен редьки не слаще, верно? Слушай, я потерял эту крышу. Она, в принципе, не нужна. Видишь, мы с тобой вот там едем. Точнее, барышня наша едет. Она и фату потеряла на скоростях. И... Но веником она машет здоровски. Видимо, любит прибираться, блин. Так, байкер, ты опять тут, а? Да чтоб тебе... Чтоб ты сыром срал, а? Я вот здесь, ребята, вот так вот аккуратненько. Аккуратнейшим образом, понимаешь? Ну, прям великолепно. Ребята, я не играл очень давно. Очень давно не играл, недели, наверное, полторы. И как видишь, скилл, ну, по крайней мере, на этой трассе. Ну, тут, наверное, не в скилле сила. Здесь противники такие необузданные. Щеглазады, я их так обычно называю. Щеглазады, понимаешь? Профаны, можно так назвать их. Ну, в общем, ребята нубы, одним словом. Все хорошо получилось, все. Первый заезд просто, ребят, великолепный. Просто великолепный. И мы с тобой занимаем 200 баллов. И у нас путешествие на пальцах. Это значит, у нас, по-моему, пустыня, друзья. Ну, я не знаю, пустыню. Ну, можно, в принципе, также на ролличке сигануть. Наверное, можно было бы. Вот это да, вот это вот. Это что такое, я не понял. Это же эти, маслкар 2. Так, ладно, засыхи. Сейчас будете у меня тут пить анализы, блин. Да ёппарас, это Рэй, блин, ну. Ядрён матрён. Байкер вшивый. А он что, с крыльями? Нет, он без крыльев. Опа! Ну чё? Где там эти? Маскл Карл, блин. Два плешивых. Ну, байкер, куда выпендриваешься? Куда лезешь-то? Как же мне не хватает крыльев, ребят. Как же не хватает крыльев? Есть!
Красиво, вот это было, ребят, красиво сейчас. Прям как воздушный венчик полетел. Воздушный венчик. Ты ничего, ничего другого не мог придумать, блин. Воздушный венчик, блин. Чтоб тебе, Рэй. Ладно. Шутки в сторону. Да я посмотрю, она с веником, бабенка-то это. И вот. А ты, мужик, ничего не попутал, а? В пустыне на Буране он едет, катается. Молодец, красава. Видишь, какие домики эти. Ох, вообще замечательно. Изикатка, воу. Прям на крышу. Ну давай, не обосрись, блин. Ну, вот, на лодочке прям подкатил, молодец. И тут так вот, с ускорением. Стоп, что-то мне не нравится. Что происходит? Тут одна гонка, что ли, у нас? А что мы так с тобой сдали-то эти? Как это назвать-то тебе? Ну, по скорости просели. Да, друзья мои, тут одна гонка всего лишь. Он так легко на эту фигню запрыгнул. На катерок. Сиди он, голову чеши. Часозад. Да, друзья, я хочу дальше. О! Ну что, скоро. Скоро наша фура, друзья мои, будет фулочка. Ой. По-моему, тут. По-моему, тут, ребят, я всосу сейчас по полной. Как ты считаешь? Давай назад, хотя можно было бы. Можно было бы, ребят, заехать. Блин, ну я лопух, ну я лопух. Ну лопушок, ну ядрен ты матрен. Ну корявый ты зад, а. Ну чтоб тебя, чтоб ты сыром срал, а, ну. Можно было бы заехать, нафиг я, ребят, назад поперся. Блин. Нафига вот надо было назад мне, а? Надо было продолжать ехать. Но я не думал, что он на самом деле так заскочит туда, если честно. Для меня это было немножко шокировано. Так, хорош, 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 Рэйчик, давай. Вот. Говно только обогнать надо. Так, мы обогнали. Все, отлично. Но пока ничего не решает, если честно. Ничего не решает. Нам нужно еще с тобой гонку выиграть. Причем топовое место взять. А тут еще и баги, оказывается, а? Ты посмотри. Ой, это... Это... Блин, ребят, у меня на языке крутится. Это пипец. Полный сейчас был. Я уже практически был на изготовку, ребят. Я уже прям сгруппировался. Думал, сейчас пролетим. Пролетел. Прям башкой, блин. Так пролетел великолепно. Едь ты, засранец. Но есть. Масл Карл пускай там курит в трубочку тихонько. Засых несчастный. Ну что ты, ты твою налево подлеты это такие нахрена не нужны, блин, такие. Пускай обсирается это. Блин, нет, он все равно, ребят, по пятам едет. Опа. Да что ты? Ну тут трындец, ребят. А так вот нельзя было сразу сделать. Твою налево, блин, засранец вшивый. Смотри, смотри, смотри. Смотри, этот чувак тут не мог заехать. Он не мог заехать, он там стоял. Плешивый, ты понимаешь? Он стоял, выжидал, он не мог заехать. Если бы я чуть-чуточку бы поранее, ох, я бы ему за трещину бы дал, ребят. А так я даже не знаю, что тут сказать, ребят. Летим как идиоты в небо, в поднебесную. Ну ты идиот, Рэй, просто идиота кусок, а. Ты достал уже так ездить, а? Ты можешь нормально, блин, ездить?
хер ли ты идиота-то гонишь, блин? Едь нормально, как ты всегда это делаешь, блин. Нет, блин, дебила, гонит какого-то, блин. Ну что, Ювентины не могли догнать? Не мог справиться с ним, что ли, твою налево, блин? С куском дерьма этого, а? Причем, ребят, я заметил, когда едешь в тишине, вообще, когда ничего не комментируешь, не говоришь, оно как-то намного лучше получается. Видимо, когда ты комментируешь, ты отвлекаешься. Ну, это и не удивительно, на самом деле. Опять? Ну, блин, чуть-чуть не успел. Ладно, этот вшивый все равно мало имел очков. Так что потом в сторонке тихо подымит. Так, зимние шины, это все понятно. Кубок колпака и ступицы. Попробуем, ребят. Что-то я, наверное, не то взял. Я так и думал. Ну. Так, а байкерок-то там тоже, ребята? Обделался байкер. Плешивый там где-то. Не мог заехать, короче, в горку, друзья. Я помню, срабатывает или не срабатывает. Сработал. Твою налево. Как ты долго там в воздухе-то, а? Ну давай, давай, вон финиш уже. Фух. Прекрасная далеко-нибудь, блин, ко мне. Жестоко. Ну, летим-то мы дальше, однозначно, да, ребят? Тут главное, когда вот так вот летишь. В плане, какой лофуил, иди ты в баню, блин. Все. Лофуил, он мне там пишет. Закрой, пожалуйста, хлебальничек и смотри на меня. Делай, как я, делай, как я. Блин, че мне на хихи-то пробрал сегодня? Ну давай, вшивый, гони. Турбо-дизель, блин. Это маслкар, ребят. Но у меня, походу, круче, да? Турбинка-то работает. Ой, как круче работает. Я как сдал дрозда. Он только пыль из-под моих колес внюхал. Смаковал, так скажем. Рэй, не надо вот так на заднем колесе ехать, пожалуйста, умоляю. А как будто я так делаю. Я так не делаю, ребята, это он сам гаденыш. Любит повыпендриваться на заднем колесике. Шикарно. Перона Фера. Перона Фера. Как это песня-то? Филита танканчит. Вообще-то она не так поется. Феличита. Нет, это вообще не то. Как нам? То-то кутунью, блин. Есть! Щенка в воздухе просто обогнал. О, 300 лет, ребята, не было глубоководной езды. И вот она, езда получилась. Я слышу, там кто-то на турбодизеле жмет. Вот, ребята, мы и доехались на турбодизеле.
Че? Это что там за вшивое говно проскочило, ребят? Я что-то не всосал. Вшивик. Фу, позорище, блин. Он меня обогнал там хрен знает как, ребята. Я обделался на финише, просто на финише. Фу, фу. Говна кусок еще и перевернулся, так ему и надо, ребят. Так ему и надо. Вот нисколечко не жалко, ты понимаешь? Вообще ни громульки. Потому что он хмырь болотный. На спорткаре. Просто хмырь, вшивый хмырь. Ой, ребята, хорошо-то как, а? Прям захотелось блинчиков с медом. А я офигею, да, ребята, блин? Блинчики с медом, не надо. Вот это вот самое лучшее, что мог Рэй придумать. Врезаться в подводную лодку, отъехать хрен знает куда назад и свернуть вот так вот голову. Я не могу. Плющит сегодня что-то меня, плющит, ребят. Переиграл, видимо, в игры. Ладно, давай дадим дрозда этим щеглазадым. Тут нахрен бы вот этот вот прыжок, блин. А там хмырь-то с чем едет, ребят? С вшивой ускоряшкой? Говносок. Я бы так его назвал. Говносок. А почему у меня так... Эй, парниша, успокойся. Размозжись, засервшивый. Что там, две фуры, что ли, или мне кажется? Две фуры. Так, ребят, ну две фуры, это... Это они мне вызов делают. Тут вообще все мне вызов делают. Ты видел, как идеально на колесики встал? Блин, главное голову, ребят, не пробить. Изи. Папа может. Папа, ребята, может. Когда папе в духе... Папе в духе. Когда папа в духе, то все у него складывается хорошо. И летит он как пташка. На своей маленькой... дешевенькой машинке. Видишь, как у него хорошо получается. Прям изи-каточка, ребят. Изи-каточка. Вот здесь вот, конечно, надо проскочить вниз. Бам-барбия, киргуду. Так. Угу. Ну, согласись, идеально едем. Так, вот здесь вот высоко не будем подпрыгивать, потому что, я знаю, башку можно... пендрючится. А так? Прям как профи прокатился, ребят. Оставив всех позади, и свиное рыло, и гробовщика. 2000 монет, правда, дали, но не страшно. О, весенний город, день чудесный. И, по-моему, весенний город, ребят, блин, весенний город. Не помню. Не помню, хоть убей. Че, я как всегда в сухом остатке остался, да? Ну, Феррари я, наверное, не догоню. Мне так кажется. Ой, Феррари, формула, блин, Феррари. Блин, ну мы с тобой, конечно, теряем скорость на прыжках на этих. Я манал, блин, ребят. Ладно, говноеды. Врежься, ублюдок. Рудов этот. А чё у тебя такая попрыгучесть-то офигенная? Эй, говна кусок, блин.
Блин, мне только чуть-чуть стоит, ребята, на тормоз нажать, все. Скорость просто теряется в никуда. Я тебе серьезно говорю, просто теряется скорость в никуда, ребята. Это что за дела-то? Давай, 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 родной. Да хрен с ним, с этой фигней. Че тебе все вниз-то, жопу, блин? То есть перед-то задирает вниз, блин. Да неужели? А эти сзади, ребята, прям по пятам, понимаешь? Прям по пятам шпарили. Вот здесь, конечно, да. Тут ты, Рэй, блин, лучше не придумаешь, блин, сделал. Просто носом в лужу, блин. Каким там последним еду, блин. Есть. Так, что у меня там получается, ребят, первое место. Да? 8 баллов моих, у него 7, тут 6, да. Я наказал их, ублюдков этих. Просто наказал. Понимаешь, просто наказал. По всей строгости. Так, ребят, ну здесь я беру свою любимую роличку, потому что это магнитная фабрика. Сразу вспоминаем Tower Conquest, там, где роботов делают. Тихо, 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 не надо перебарщивать. Парень, ты успокойся, блин, перебарщиваешь. Будешь там где-нибудь, в туалете потом. А здесь едь нормально, спокойно, не дергаясь, не рыпаясь. Как папа тебя учил. Так, тихо. Да ептать, папа тебя этому не учил, ни хрена, блин. Фух, нормально. Можешь же, когда хочешь, только без придурничества, пожалуйста. Не надо дурака валять. Это никому не интересно, твое дуралейство. Едь нормально, спокойно. Вот, хорош, 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 нормально все пучком, все рычком. Едем. Буст, все срабатывает как надо. Держи баланс. Есть, друзья мои. Последняя гоночка у нас на фабрике магнитных катушек. Ну куда вот это вот Атила, блин, на каком-то... Я не знаю, как это назвать, ребят. Спорткар, куда он лезет на спорткаре? Ну скажи вот мне, куда вот он лезет на спорткаре? С раллийным авто еще может еще соревноваться. Ну, тут, ну, уму непостижимо, ребят. Уму непостижимо. И он догонял практически этого хмыреныша. На хвосте у него сидел. Кусок, а? Кусок бородавочника. Опять маслкар. Как вы мне дороги, а? Ну я не могу прям. Прям, ребят, раздражают они меня. Горючку возьмешь? Молодец, красава. Вот этот буст, то что нужно. Опа, еще бустика взяли. Опа, пролетели прям на финиш. Изи катка. Я не знаю, если бы у меня было бы на маслкаре что-нибудь такое, что нам помогало бы в гонке, я бы, наверное, гонял бы на них тоже, ребят. А у меня нет нифига на них. А так что на непрокачанных маслкарах тоже гонять такое себе удовольствие. Поверь мне. Передячим паром ездить как-то не особо хочу. Так, ну что, друзья мои, лесной кубок. Все любят лесной кубок. Давай, давай, пролетай, отлично. Зергут. Ферштейн. Я воль, давай, поехал, блин. Я на тюрлих. Давай дальше. Так, это у нас вторая гонка, да, получается? А там всего три. Но как может быть, что вот эта говноформула... Правильно, еще и в полено, блин, поцеловался с ним. Да ты еще перевернись, твою налево, блин, ублюдок несчастный.
Непонятно, как мы этому говну, блин, проиграли там, а? Да ёпрст, опять ты не стал буститься, блин. А, этому чмошнику тяжело подниматься в горку. Иди нафиг отсюда. Буквально, ребята, на один балл я этого лилеля сделал. Пускай идет, знаешь где, играет на лилее, который ниже пояса, блин. Лилеет, блин. Мохнатая ты чучело, блин, а не лилея. Опять Стимпи этот лезет. Ёх, тихо, братюнь. Братишка, я тебе принес покушать. Опять обосрался? Нет, это ж покушать тебе принес. Так, ладно, ребят, вы, наверное, не догоняйте. Че я тут несу? Стоп, ты че, Рэй, делаешь? Хорош нафиг, успокойся. Едь по доброте по своей. И будет тебе счастье. Красиво. Давай здесь вот занырнем. Занырнем, говорю, все отлично, нормально. Заргут. Где поймает, там и прут. Четенько. Как в аптечке, ребята. Откатал сегодня как в аптечке. 3000. Изикатка, 20 минут, ребята. И 3000 кубков у тебя в кармане. Как же мне обидно, что у нас нету премиум пака, а? Эх, ребятушки, нету. А хотелось бы. Столько шмоток, столько всяких скинов теряем. Да. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.